Тренировка состоит, наверное, ну сейчас на данный момент тренировка состоит из двух частей. Разминка, наверное, и какая-то специализированная работа. Сейчас подготовительный период, уже предсоревновательный. Вот. Поэтому все, работа вся быстрая, вся направлена на том, чтобы сделать это максимально быстро. Максимально. Ну, с учетом того, что мне дано, наверное, природа и чистота дана, вот, то, соответственно, ее буду развивать. И буду развивать, наверное, чистоту вместе с выносливостью. Вот. А что ты делаешь на тренировке? Расскажи, какие упражнения? Ну, я со временем, наверное, может быть, в связи с возрастом, может быть, в связи со своими знаниями, ушел, наверное, от классической разминки. У меня нет классической разминки. У меня есть разминка, которая в основном это динамическая, в динамике все делается. Ну, грубо говоря, это разделенный беговой шаг на несколько фаз. И все. То есть классического там какого-то семенящего бега, бедра, ничего я в основном не делаю. Вот, все направлено на том, что в динамике мышцы адаптировать уже под быструю работу. А сейчас я видел у тебя какой-то странный прибор для измерения твоего результата, наверное, да? Расскажи о нем. Ну, на самом деле этот прибор не странный. История была такая, что когда я начинал тренироваться, я, ну, как и все мы в детстве начинали тренироваться, у нас был тренер, который нас засекал. Когда я начинал тренироваться в 2018 году, я столкнулся с такой, наверное, проблемой, как у всех взрослых людей. Это невозможно засекать себя. Тем более спринт – это большая проблема. Бегая у себя в руке с секундомером, ну, наверное, точно ничего не засечешь. То есть ориентироваться на это вообще невозможно. Соответственно, я обратился с мольбами к своим очень хорошим друзьям. Они мне сделали хорошую тренировочную электронику. То есть она полноценная электроника, которая есть возможность точно ориентироваться, на что я сейчас на данный момент готов и куда мне стремиться и к чему что-то менять. А что входит в состав? Я так понимаю, что вот там всего два маленьких прибора, коробочки, не так, как обычно выставляются на треногах. Такие вот большие, я видел, да, люди бегают атлетически. Ну, то, что ты видел, это неполная система. То есть уникальна она тем, что она действительно маленькая и выставляется только под одного спортсмена. То есть нету ворот никаких, нету лишних занятых там по бокам, еще лишних дорожек занятых. Есть только вот одна дорожка, можно бегать со спарринг-партнером, будет конкретно тебя засекать это. То есть выставляется, на самом деле, можно и промежуточную засекать, можно и сходу засекать. И тем она уникальна, что это можно даже выставить и отрабатывать под старт с колодок, работу под старт. Вот, то есть выставляется там колонки, и звук, все выставляется, и все просто. Но это, опять же, я столкнулся с тем, что нету тренера. Как у всех, наверное, большинство взрослых спортсменов. Тренера не берутся, не хотят работать, засекать, кому-то надо обращаться. А так как я не могу много никого просить, пришлось умолять своих друзей, чтобы они под меня разработали эту электронику. Сейчас на носу много интересных соревнований. Ты участвуешь и в чемпионате России, и в чемпионате Москвы, наверное, да? Я буду участвовать, наверное, да, во всех чемпионатах. Первый старт, скорее всего, будет, пока, правда, непонятно где, но 1 августа будет точно первый старт. Будет это или Ярославль, или это будет Москва, и пока вот, я думаю, не определился пока. Или Кубок России среди ветеранов, либо это будет где-то старт в Москве. Сейчас, благо, календарь уже более-менее устоялся, он все равно пока в проекте, но
пока отталкиваюсь, что это будет 5 стартов до чемпионата России. И какая тренировочная работа сейчас у тебя основная? Что ты делаешь в подготовку к этим соревнованиям? Ну, сейчас, на данный момент, вся работа быстрая, направлена на том, что растащить весь объем, который я набрал до, ну, начиная, наверное, с апреля на земляной поверхности, объем какой-то больше беговой. И сейчас направлен на том, что все это дело растащить и привести это в норму, в скорость. Сегодня ты бегал отрезки по 150, да? Ну, сегодня был больше выход с виража, низкий старт и выход с виража. Больше сегодня такая она разминочная, больше направлена на то, что сделать хорошо выход с виража. Ну, хочется пожелать тебе удачных выступлений в этом сезоне. Мы посмотрели на твою тренировку, очень интересно. Вот. Удачи тебе, успехов и хороших результатов. Спасибо. Спасибо.